Здравствуйте! Сегодня в передаче «Хранители памяти» мы продолжим рассказ о предметах, связанных с историей христианства первых веков, в том числе со временем его торжества в Римской империи. Лисас лицон мέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν. Σε τον ανάπα Первые христиане, преследуемые язычниками, были вынуждены собираться тайно в погребальных галереях, катакомбах. Здесь, в сумерках подземных ходов, при неярком свете древних светильников, они молились и совершали богослужение. Памятники тех времен, саркофаги, в которых христиане хоронили своих единоверцев, терракотовые масляные светильники, фрагменты посуды хранятся во многих музеях мира. В Музее истории религии хранятся некоторые экспонаты, принадлежащие к самой ранней эпохе христианства. Некоторое количество светильников, которые происходят из римских катакомб. Ну вот, например, такого плана. Некоторые светильники совершенно простые, то есть практически такие же, которыми пользовались и язычники в те же самые времена, а некоторые имеют на себе уже специфическую христианскую символику. Традиционно считается, что главным христианским символом является крест. Но для раннего периода истории христианства это было не так. Крест начал использоваться в символике христианства достаточно поздно. То есть такое повсеместное употребление креста как символа христианства, именно изображение креста, я имею в виду, появляется уже где-то в V веке новой эры. До этого времени использовались другие символы. Ну, так, например, Климент Александрийский советовал христианам ставить на своих личных печатях изображение голубя или рыбы. Изображение рыбы несет большой смысл для любого христианина. Ну, во-первых, мы помним, что все первые апостолы были рыбаками. И мы помним, что Иисус им сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». Кроме того, многие чудеса, которые совершал Иисус, были так или иначе связаны с рыбой. Многие христианские авторы раннего времени часто упоминают рыбу. Известно, что слово «рыба» по-гречески звучит как «ихтюс», является акростихом. Каждая буква расшифровывается как отдельное слово. «Иисус Христос хеугиос сотер», что в переводе на русский значит «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Впервые этот акростих упоминается Августином Блаженным в его «Граде Божьем». Естественно, рыбу помещали не только на печати, которыми пользовались христиане, а помещали их также на светильники и часто помещали на надписях, на погребальных, которыми замуровывались локолы в катакомбах, куда хоронили тела. И вот светильники, да, с рыбками, которые часто достаточно попадаются в катакомбах. И также из катакомб у нас есть такой сувенир с изображением рыбы. Это, конечно, не раннехристианского времени вещь. Вот. Это такая сувенирная продукция, которую уже в конце XIX века в Риме продавали для паломников, которые уже посещали катакомбы. Здесь скопировано изображение рыбы, которая находилась в катакомбах, и написано, что вот это вот изображение из катакомб святого Каллиста в Риме. Помимо рыбы и голубя, голубь, понятно, это символ Святого Духа, мы все помним текст Евангелия, но и помимо всего прочего, особенно часто изображение голубя с масличной ветвью в клюве напоминало историю Ноя, очень популярным в раннехристианском искусстве, как символ спасения, который несет всем Христос. И примерно
где-то в начале IV века появляется еще один символ, очень популярный, который практически весь IV век использовался ранними христианами. Это так называемая хризма. Ну или еще иначе называют этот знак хиро по названию букв греческих, буквы хи и буква ро, первые буквы титула Христос. Этот символ тесно связан с историей императора Константина, потому что известна легенда, по которой императору Константину перед одной из важных битв явился во сне этот знак и голос, который сказал, что сим победишь. Ну, то есть с этим знаком победишь. И тогда он приказал своим солдатам нанести этот знак на щиты, и действительно он победил. Произошло это в 312 году, и практически весь IV век этот символ стал буквально самым популярным христианским символом. В это же самое время христианство начинает потихоньку выходить из такого угнетенного состояния, наступает так называемый «пакс экклесия» по латыни, что по-русски переводится как «мир церкви», который даровал, собственно говоря, император Константин благодаря тому, что в 313 году был принят Миланский эдикт, который делал христианство разрешенной религией. Это не значит, что христианство стало государственной религией пока еще, да? Но христианство как бы выходит из тени. Государственной религией христианство стало только в конце IV века, когда были запрещены отправления языческих культов. У нас в музее, к сожалению, нет подлинного светильника или какого-нибудь другого раннехристианского предмета с изображением хризмы, вот того самого хиро. У нас есть блюдо, которое было изготовлено специально для церкви Константина и Елены в Царском селе. Здесь изображены разные раннехристианские символы. Здесь есть и рыба, здесь есть и голубь с масличной ветвью. И здесь вот как раз по центру мы можем видеть, как выглядел этот знак, очень популярный в раннехристианское время. Как известно, император Константин поместил его на свой штандарт военный. Он назывался лабарум. Он использовался и последующими императорами, и очень часто изображался на монетах, вот, которые у нас тоже есть. Постепенно этот знак стал трансформироваться, и уже в конце IV века появляется его, скажем так, модификация, которую принято называть ставрограммой или тауро, совмещение букв тау и ро. Этот знак более похож на крест в том самом виде, к которому привыкли мы. Вот у нас есть светильник с изображением ставрограммы. Это светильник уже более позднего времени, светильник V века, карфагенский. Он был изготовлен в Северной Африке, которая вообще славилась своими глиняными произведениями, в том числе светильниками. И вот на этом светильнике, помимо замечательной ставрограммы, есть еще маленькие медальоны, в которых можно угадать изображение солидов императора Феодосия II. Ну, мы видим, что он закопчен. Такие светильники действительно активно использовались. Сюда наливалось масло, ставился фитиль, и вот здесь вот он горел. Светильники такого вида, они около 1000 лет использовались. Ручка, да, за которую его можно было переносить, ну, как правило, их, конечно, ставили. Вот. Этот знак уже достаточно хорошо похож на крест, на тот крест, вот, к которому привыкли мы. Дело в том, что греческое слово, которое использовалось для обозначения орудия казни Иисуса, ставрос, вообще-то изначально в греческом языке значило просто столб. Вот, поэтому не совсем было понятно, какого вида был этот самый столб, на котором был распят Иисус. И достаточно долгое время предполагалось, возможно, что он был Т-образный. Поэтому как раз вот соединение букв Т, да, и буквы Ро давало вот как бы тоже, в общем, какое-то представление о орудии казни Иисуса.
изображение креста, а тем более евангельских сюжетов, стало распространяться со времен святых равноапостольных Константина и Елены. До этого христиане не могли так заявлять о своей вере через изобразительное искусство, не опасаясь гонений и на мастера, и на заказчика. Поэтому, например, на саркофагах чаще изображали аллегорические сюжеты и образы, такие как образ доброго пастыря. Он напоминал о словах Христа «Аз есмь пастырь добрый», и при этом никому не казался подозрительным. Ведь образ пастуха с ягненком на плечах использовался и в языческом изобразительном искусстве. Там он являлся олицетворением зимы. Римская империя вообще, конечно, была достаточно консервативным учреждением, и несмотря на то, что христианство к IV веку уже все-таки достаточно сильно распространилось по ее территории, на государственном уровне продолжали с пиететом относиться к исконной римской религии. По монетам римских императоров видно, какое консервативное было государство, потому что даже на монетах уже вполне христианских императоров продолжали оставаться совсем не христианские изображения. Помещаются изображения гения римского народа, Юпитера, Марса, богини Виктории, то есть, в общем, традиционные для римлянина божества. Тем не менее, постепенно христианство проникает и в эту сферу. Начинается все с того, что появляются на монетах изображение знамени Константина, именно с хризмой. Ну и постепенно, уже, конечно, к концу IV века изображения христианского плана начинают вытеснять традиционные для римлян изображения римских богов. Со времени императора Константина у христиан появилась уже возможность строить свои культовые сооружения, появляются первые церкви, и в этих церквях используются светильники уже другого типа, часто используются бронзовые светильники. У нас есть светильники, которые сделаны с подлинников, то есть это точные копии с подлинников VI века, со светильников, происходящих из римских церквей, с бронзовых светильников с раннехристианской символикой. У нас есть замечательный светильник в виде рыбы, выполненный, светильники с таврограммой и есть светильники с голубем. Эти светильники были выполнены специально для церкви Константина и Елены, которая находилась под Петербургом в Царском селе, подземный храм Константина и Елены, который полностью был выполнен в византийском стиле. Предметов, возраст которых насчитывает 16 и более столетий, в Музее истории и религии не так уж много. И наш рассказ подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.